30 августа – важная дата для создателей анимации, ведь именно в этот день, в 1877 году, французский изобретатель-самоучка Эмиль Рейно получил патент на праксиноскоп. Устройство считают прародителем современной мультипликации. Рейно взял за основу цилиндр, в центре разместил несколько зеркал, а на внутренней части – полоску бумаги с рисунками. Конструкцию вращали, и благодаря зеркалам возникал оптический эффект плавного движения картинок. Причем изображение получалось очень ярким и четким. Диковинное устройство долгое время будоражило французскую публику, пока братья Люмьер не создали свой проектор. 30 августа 1995 года – официальная дата создания браузера Opera. Норвежские программисты Йон Стефенсен фон Течнер и Гейр Иварсей входили в исследовательскую группу национальной телефонной компании и занимались разработкой систем сбора и хранения документов. Позже они отделились и создали свою фирму, которая и разработала популярный браузер. Интересно, что в России данным браузером пользуются в два раза чаще, чем в целом по миру. Свой день рождения 30 августа отмечает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Свой пост он занимает уже 24 года без перерыва. А между тем Александр Лукашенко мог стать профессиональным журналистом и даже тамадой. В молодые годы глава Белоруссии отлично играл на баяне, был завсегдатаем танцевальных вечеров в деревне, где родился и вырос. Лукашенко имеет десятки различных наград, среди них и такие серьезные, как орден за заслуги перед Отечеством, и вполне шуточные. Белорусского президента несколько лет назад отметили организатор Шнобелевской премии мира за то, что он ввел запрет на публичные аплодисменты.